Здравствуйте, меня зовут Ирина Набок, канал Grand Nail. Сегодня расскажу о френче, как можно сделать большой выбор для клиента с разным уровнем сложности. На примере Bass Monami Luxe. А также покажу два нейл-хака, очень полезных для мастеров. Итак, у меня 4 оттенка базы. Первый номер – холодный розовый, полупрозрачный. Им можно укреплять и делать толщину без прозрачной, так как в нем мало пигмента. Тут же рисую френч тонкой кистью и гель-краской. Номер 2 – также прозрачный, но уже розово-бежевого оттенка. Перед укреплением делаем маникюр, обезжириваем ноготь. Наносим праймер. И работаем так же, как обычной прозрачной базой. Наношу капельку и разравниваю тонкой кистью. Можно перевернуть при необходимости. Если базы нанесли много и получился натек, то нужно поставить пилку плоскостью к затеку и аккуратно убрать лишнее. Делаем это без снятия липкого слоя, так как на этих базах липкости нет. Это огромный плюс, так как меньше аллергий, ничего не налипает, если что, и устранение недочетов пилкой или фрезой быстро. Номер 4 – цвет топленого молока с мелким шиммером, который слегка мерцает, практически незаметно, но изящно. Плотнее двух предыдущих, поэтому можно смешивать для большей прозрачности с густой базой. Цвет уже будет более светлым и отличаться от базового. Для укрепления я смешиваю основной цвет с базой и покрыла ногти тонким слоем этой же прозрачной базой, чтобы цвет ложился ровно, чего и вам советую. Следующий оттенок 6-й. Он плотный, как обычный цветной гель-лак. У меня был подобный из другой фирмы, которой уже нет. И я все никак не могла найти такой же. И вот свершилось. Его можно наносить в натрусочку, а можно двумя тонкими слоями для плотности. Здесь первый нейл-хак. Чтобы приклеить фольгу палитру крепко к столу, нужно намочить поверхность водой и разгладить. Плотность цвета можно также развести прозрачной базой. Цвет будет отличаться, станет светлее, а это дополнительный оттенок. Базу для незаметного отрастания можно растушевать в области кутикулы на нет. Для прорисовки плотным белым можно использовать плоскую кисть френч, быстро закрашивая пространство сразу на 4 или 5 ногтях, доводя до идеала тонкой кистью. Френч можно сделать молочным и приглушенным, то есть не ярким, номером 4.
можно сделать выкладной фретч с переходом и дополнительным мерцанием. При этом выровнять поверхность топом до идеала. Как отдельный цвет, шестой номер мне очень понравился и по нанесению, и по плотности. Второй Nail Hack. Убирать незасохший затек плоской кистью, смоченной обезжиривателем. Легко и очень эффективно. На этом мой МК закончен. Если было полезно, то ставьте класс и смотрите ссылочки внизу. Меня зовут Ирина Набок. Пошла готовить следующее видео для вас. Пока!